Лапушка. Так, где мои тапки? О, тапки есть, все, можно, можно говорить. Струнодер здесь, пив и гитара. Пивей, что там? Пивей, Генерейшн, Кустом, Експ, ТМ. Круто. Не знаю, что это такое. Сейчас я тапки надену и сразу врублюсь, что тут происходит. Так, всем привет. Гитара Пивей. Так, Генерейшн, траля-ля. Значит, по форме телекастер. Как это можно увидеть глазами. А по содержанию совершенно непонятно что, потому как наворочено до последней степени. Два хамбакера, сингл посередине, пьезодатчик. И, в общем-то, да, и тут батарейка, стереовыход на самом деле. Handcrafted in Korea, и Handcrafted in Korea Pivey будет сейчас воткнут, точнее уже воткнут в Handcrafted in UK Roadhouse 30 Combo, Cornford. Жуть, в общем. Вот. Сейчас мы попробуем, как это звучит. Вообще гитара, ну, если так серьезно, то это универсальный, на мой взгляд, инструмент для любителей разных всяких звуков. И, в общем, такой удобный и по грифу, и по всем делам. В общем, инструмент такой интересный весьма. Вот. Ну что, попробуем издать какой-нибудь звук. Значит, теперь переходим к пьезе. Пьеза сама по себе звучит здесь, ну вот, собственно говоря, вот эту пимпочку сюда и пьезодатчик. Ну, под нее, естественно, надо, конечно, комбик свой, да, хотелось бы, но у меня он там есть, но перебьемся, в общем. Вот, ну и, в общем, говёный струн сразу ощущается существенно больше на пьезодатчике. Вот. Вот, а среднее положение этой, значит, вот фиговины, это можно мешать пьезу с любым из этих вот магнитных датчиков, как душе угодно. Сейчас послушаем. Значит, ну вот, например, берем вот этот хамбакер, да. И плавно вводим пьезу. А сейчас послушай, вот это просто хамбакер. Хамбакер с пьезой. Ну и чистая пьеза. Пьеза звучит мощнее, поэтому, чтобы вот получить какой-то микс, надо ее, наверное, прибрать слегка, да, сейчас. Для любителей экспериментов и разных звучаний, еще раз говорю, здесь стереовыход, можно на два усилка все это развести. То есть, в принципе, инструмент весьма и весьма интересный, ну а по сути такой, говорю, универсальный. То есть, может и повыть, может и по... и похрюкать. Так, ну что, попробуем повыть, да? Выть как будем? Будем выть вот так. С фузом будем. С фузом и с бустом усилителя Cornford. Cornford.
Вот, ну, в общем, весьма так уверенно можно тут повыть от души. Вот. Ну, что еще? Ну, можно еще поиграть немножко с дилеем и с пьезой, поразвлекаться на чистом звуке. То есть я сейчас играю просто как бы аккорды, ну вот, например, не все же хотят там поливать, может кто-нибудь песни хочет попеть, какие-нибудь человеческие или еще что-нибудь. Вот для этих целей, например, пьеза или что-нибудь еще поиграть. Ну что, кайфово звучит. Ну, в общем, нет, по-моему, вот здесь пьеска звучит так хорошо. И усилок, кстати, вот хотя он не акустический, конечно, нифига, а для электрогитары абсолютно, да, но хорошо. Хорошо звучит. При том, что у меня все сейчас отключено, кроме дилейщика, да, вот если бы там еще был бы этот ревер, который они поленились по какой-то причине туда воткнуть, мерзавцы, было бы совсем здорово. Ну вот я бы так сидел и дергал за струны очень долго, мне нравится. Вот, ну ладно. Наверное, можно остановиться. Гитарка действительно заслуживает всяческого внимания и при своей крайне гуманной цене, в общем, много чего умеет. Вот, а гитарка P-Way Generation Custom EXP.
с пьезодатчиками, хамбакерами и прочим всяким, всяческими роскошествами. Спасибо большое. Вот. Спасибо. Пока-пока.